Информационный партнер Гран-при российской дрифт-серии журнал «Пятое колесо» сегодня будет вручать специальный приз зрительских симпатий победителю народного голосования. Человеку, который стал лучшим пилотом, по вашему мнению, дорогие друзья. Поэтому все, кто находится на Сочи автодром сегодня, 14:30 здесь, в палатке «Пятого колеса» пройдет награждение, и мы узнаем, кто же стал лучшим. Кто еще не успел приобрести подписку на РДС ТВ, самое время сделать это прямо сейчас и по очень выгодному предложению. У нас есть спецпредложение, сезонная подписка за 999 рублей. Здесь ссылка, покупайте. Андрей Остапов, но вчера опять вышел вперед Роман Тивадар. Дома и стены помогают, и мы вручаем этот приз Роману Тивадару из города Сочи. Роман, поздравляю! Роман, молодец! Спасибо, ребят. Это все благодаря вам. Гонки эти едутся только ради того, чтобы вы посмотрели классные заезды. Спасибо большое за поддержку.